Здравствуйте! В эфире «Вести Москва», в студии Екатерина Коновалова. Главные события дня сегодняшнего. Бессрочная заморозка. Вот ребенок, который ждет живота матери строительства дома. Люди вложили в новостройку в Дмитрове миллионы, но и спустя годы не дождались заселения. Что за жизнь без зебры? Я решила переехать дорогу и не заметила машину, после чего произошло столкновение. Больше я ничего не помню. Дойти до школы и магазина для жителей Люберец целая проблема. По правилам неудобно, нарушая опасно. Всем городом отмечаем и строим. У вас хорошо получается. Я все детство за этим занятием провел. Я тоже. В Москве собирают миллионы в помощь детям и возводят деревянную часовню при участии мэра и патриарха. Начинаем мы со срочной новости из подмосковной